Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Выполним задание номер 152. Даны два числа 13734 и 486. Ответьте на следующие вопросы, выполнив прикидку. Каким будет старший разряд суммы этих чисел? Какая цифра будет в этом разряде? Прежде чем отвечать, давайте выполним сложение. 13734 и прибавим к нему 486. То есть получим примерно 14 тысяч. Ну, а если точно, то 14 220. И теперь отвечаем на вопрос. Каким будет старший разряд суммы этих чисел? Старший разряд десятки тысяч. Вот он. Какая цифра будет в этом разряде? Единица. Б. Изменится ли старший разряд суммы, если второе число уменьшить 2 раза? А если увеличить 2 раза в 10 раз, 100 раз? Изменится ли старший разряд суммы, если первое число уменьшить 2 раза? А если увеличить 2 раза? Если второе число уменьшить 2 раза, то старший разряд суммы не изменится. Если второе число увеличить 2 раза, тоже не изменится. В 10 раз также не изменится. Если в 100 раз, тоже изменится. Если первое число уменьшить 2 раза, то старший разряд суммы изменится. То есть, посмотрите, если мы 14 поделим на 2, получим 7. У нас будет 7 тысяч. Будет просто тысячи. А если увеличить 2 раза, то тоже изменится. Будет это 28 тысяч. В. Каким будет старший разряд разности этих чисел? Какая цифра будет в этом разряде? Если мы выполним вычитание, также получим десятки тысяч. И первая цифра тоже будет единица. Давайте выполним вычитание. Получим число. От 13734 отнимем 486. 14 минус 6 будет 8. Далее мы занимали 12 минус 8 – 4. Здесь занимали 6 минус 4 – 2. И 13 тысяч так и останется. Получаем 13 248. Изменится ли старший разряд разрядности? Изменится ли старший разряд разности, если второе число уменьшить в 2 раза? Если мы второе число уменьшим в 2 раза, то старший разряд разности не изменится. Если увеличить 2 раза, тоже не изменится. Но если увеличить 10 раз, тогда уже, конечно же, изменится. Если первое число уменьшить 2 раза, то старший разряд разности изменится. А если увеличить 2 раза, то изменится только цифра старшего разряда разности. Итак. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!